Неизвестны подробности и обстоятельств, при которых были заказаны Рембрандту синдики. По случаю цехового праздника 6 старшин-суконщиков, 6 богатых, преисполненных собственного достоинства бюргеров, возымели желание увидеть свои изображения на холсте. То, что его сограждане снова обратились к нему с просьбой написать их групповой портрет, Рембрандт воспринял как большую удачу. Ему ясно, что нельзя обманывать надежд этих заказчиков. В этот портрет нельзя вкладывать ничего от необузданной игры его фантазии. Здесь нет места ни для сгущения магической тени, ни для переливов послушного ему света. Такое решение не сразу удалось Рембрандту, но он считал, что обязан так поступить ради Титуса, Генрики и Корнелии. Уже эту картину он напишет не для удовлетворения его внутренней страсти, колдовству красками. Деньги чистоганом, звонкой монете без всяких проволочек. И вот великий художник уже за работой. Один только раз позировали ему 6 старшин суконного цеха, но тренированная память Рембрандта подсказывает ему, какая нужна бородка, чтобы одной из фигур придать черты одухотворенности и достоинства, как с помощью легкой усмешки неожиданно придать сдутым, здоровенным щекам другой фигуры волевое выражение. В характере моделей следует передать со всем их самомнением, со всей самовлюбленностью и обыденностью их лиц. И вот наступил один из тех послеполуденных часов, когда солнце так удивительно греет и светит, и всюду, где оно прикасается к вещам, вспыхивают трепетные очаги золотистого и пурпурного пламени. Великий художник с такой охотой поддержал бы в руках все, что обласкано и околдовано солнцем. И вдруг его озаряет идея, пожалуй, дерзкая и безумная, в особенности с точки зрения его первоначальных меркантильных настроений. Полный внутреннего озорства он принимается за осуществление рискованного предприятия. Настольный ковер. 6 суконщиков будут смотреть с холста деловито и строго. Их одежда и высокие шляпы выступят черными пятнами на желтом фоне. Но руками и торсами они упрутся в стол. А на столе ковер, пока еще пустое ожидающее поле. И когда Аарт, Дегердер или Титус подходят, чтобы посмотреть, как продвигается работа, они видят перед собой Рембрандта с неистовством одержимого, расписывающего огромный ярко-красный бархатный ковер, занимающий правую половину нижней части полотна. Его прямоугольник словно заполнил осеннее солнце и похитил у него лихорадочный жар и пыл, чтобы напитать нити своего холста буйно пылающим пламенем. Длина картины Рембрандта «Синдики» 274, высота 185 см. Мастер прибегает к фронтальной композиции. Старшины цеха суконщиков изображены в момент обсуждения каких-то важных вопросов. Все 5 в черных костюмах и широкими прямоугольными белыми воротниками. И в широкополых черных шляпах изображены лицом к зрителю, сидящими в десятки метров от него за сдвинутым вправо столом, крытым тяжелым оранжево-красным ковром. Они как бы находятся на собрании членов цеха. Сидящий посередине излагает перед нами, как перед его служителями, отчет, подкрепляя свои слова жестом правой руки. И мы чувствуем себя как бы в противной партии, расположившейся перед картиной. Справа от него на заднем плане стоит 6 действующее лицо картины – слуга с непокрытой головой. Сзади, сразу за изображенными полуфигурами,
проходит отделанная деревом светло-коричневая стена. Над деревянным карнизом, над головами синдиков, тянется полоса белой штукатурки. Вверху справа, над загороженным правым синдиком, темным прямоугольником камина висит картина горизонтального формата. На покрывающем стол ковре перед председателем лежит раскрытый альбом образцов сукна. Слева в глубине угол комнаты. Становится ясно, что по левой боковой стене наверху располагается ряд окон, проливающих ясный свет на изображенных людей. Жесты действующих лиц сведены к минимуму. Вся сила этой картины в живой выразительности лиц. Создается впечатление, что исключительные по своей убедительности доводы, излагаемые их сотоварищем, вконец нас обеззараживают, лишая нас всякой возможности вступить в спор. Этим и объясняется то выражение глубокого удовлетворения и всеобщего доброго согласия, которое лежит на лицах синдиков. Сохраняя полную меру индивидуальной характеристики каждого человека, сообщая им черты взаимной солидарности, Рембрандт создает образ единого коллектива. Зритель невольно оказывается втянутым в происходящее, желая сконцентрировать все внимание на главном, на раскрытии характеров людей, их мыслей и чувств, Рембрандт располагает фигуры в пределах одного перспективного плана вдоль одной горизонтальной полосы, шириной в половину высоты картины, и вдобавок почти лишает эти фигуры внешнего движения, изображая их в строгих одинаковых одеждах. Важная особенность композиции заключена в чрезвычайной скупости деталей. В картине нет никаких околичностей. Даже на столе, кроме альбома образцов, не видно никаких аксессуаров. Лишними на картине оказались даже руки. Изображены 6 человек, но видны кисти лишь 5 рук. 4 положенных на стол и одна у крайнего синдика слева, опирающаяся на ручку кресла. При этом одна из рук, положенная на альбом, намеренно нейтрализована художником, скрывшим ее перчаткой. Зато каждую кисть руки Рембрандт характеризует наиболее выразительным и в то же время совершенно естественным, наиболее соответствующим данному персонажу жестом. Нигде Рембрандт не применяет смелых ракурсов, бьющих на внешний эффект перспективных сокращений, сложных перекрещиваний, перерезываний, загораживаний, которыми так изобиловал, например, ночной дозор. Зато, с другой стороны, такое разнообразие причесок, форм париков, кудри которых спускаются из-под шляп на плечи. Какое различие в фасонах черной шляпы, как по-разному они сидят на головах изображенных чиновников. Мастер дает острые индивидуальные портреты своих современников, почтенных голландских бюргеров. И в то же время перед нами общечеловеческие типы. Здесь и мечтатель, и денди, изысканно одетый, законодатель мод, и скептик, и человек иронического склада ума, и человек действия и трезвой расчетливости. Так. Синдики – это ряд портретов, соединенных в одно целое, не самых лучших в творчестве Рембрандта, но способных выдержать сравнение со многими из тех, которые были им созданы в последние годы, в пору высшего рассвета. Разумеется, они ничем не напоминают фамильные портреты Мартина Дая и Матильды Ван Дор. В них нет также свежести оттенков и отчетливости красок портретов Брейнинга и Сикса. Они задуманы в сумрачном и мощном стиле. Костюмы и шляпы черного цвета, но сквозь черное чувствуются глубокие рыжие тона. Большие воротники и манжеты рукавов белые, но сильно оттенены коричневым. Полные жизни лица одушевлены прекрасными, лучистыми глазами, которые не смотрят в лицо зрителю, но взгляд которых, тем не менее, следует за вами. Вопрошает вас, внемлет вам. Мы становимся невольными участниками, разыгрывающиеся перед нашими глазами сцены. О чем идет речь у синдиков, что они обсуждают,
Крайне справа держит в положенной на стол левой руке мешочек с деньгами. Это кассир. Решительность и энергия сквозят в лице его соседа, второго справа. Настороженное внимание выражено на слегка саркастическом лице председателя, излагающего обстоятельства дела. Недоверие и сдержанное презрение написаны на лице осторожно приставшего пожилого синдика с острой бородкой второго слева. Наконец, синдик, сидящий в кресле у левого края картины, меньше других занят происходящим. Он повернул свое старческое спокойное лицо к зрителю. И оно отражает поток внутренних мыслей и переживаний, который не может быть оборван интересом к окружающему. Итак, все они индивидуальны, и во всех них чувствуется сходство. Для обсуждения какого вопроса они собрались? Альбом образцов сукна, раскрытый на столе, подобно книге, используется для проверки качества производимых тканей. Это альбом стандартов, на него должны ориентироваться производители, и синдики стоят на страже качества товаров, сопоставляя их со стандартными образцами. Они дружно выступают здесь поборниками такого качества, которое не посрамило бы цех. Как раз об этом они беседуют с невидимыми суконщиками, разместившимися перед столом, где стоит зритель. И как бы во назидание членам цеха на стене повешена картина с изображением маяка, на который обычно с надеждой взирают мореплаватели. Так и книга образцов должна послужить своего рода маяком для суконщиков. В синдиках художественный язык Рембрандта достигает предельной простоты и выразительности. Человеческие фигуры разговаривают, хотя остаются неподвижными, и губы их не шевелятся. Полное отсутствие позы, и все как живы. Быть может, самое замечательное в синдиках – это передача световой и воздушной среды. Свет струится вокруг фигур, он играет сотнями рефлексов на лицах. Под его воздействием человеческая кожа приобретает в освещенных местах пористый характер, от него загорается красный ковер. Он придает редкую живость и подвижность группе. Именно свет выступает ее главным, связующим началом объединения фигуры в некое высшее, нерасторжимое единство. Можно было бы сказать, что эта картина принадлежит к числу наиболее сдержанных и умеренных, так как она строго гармонична, если бы под ее зрелостью полной холодного спокойствия не чувствовалось нервности, терпения и пламенности. Картина грандиозна, она является решающим произведением. Нельзя сказать, что Рембрандт обнаруживает в ней большую силу и большое дарование, чем в других картинах, но она свидетельствует о том, что в своих исканиях он много раз исследовал одну и ту же проблему. В конце концов нашел ее решение. Какое-то высшее спокойствие проникало порой в душу художника, когда он писал эту картину. В ней все дышит порядком, мерой, безмятежностью, силой и мудростью. В синдиках жизнь, нравы, миропонимание голландского бюргерства 60-х годов 17 века отображены непосредственно, полно и глубоко. Условием этой полноты и глубины является то, что сам Рембрандт чужд социальной и мировоззренческой позиции синдиков. При своем монументальном величии его картина далека от апологии бюргерства, свойственной творчеству большинства его современников, малых голландцев. У Рембрандта иная мироценка человека, его синдики – люди, и потому их образы не могут не быть значительными. Картина Рембрандта «Синдики» – одно из самых замечательных произведений мирового искусства. Хотелось бы добавить только следующее. Она в одно и то же время весьма реальна и весьма фантастична. Она простая копия нескольких фигур, погруженных в пространственный участок за холстом, но в ней глубокий смысл. Она написана осторожно и написана блистательно. Все усилия Рембрандта принесли таким образом плоды, ни одно из его исканий не оказалось тщетным.
Какова же была задача, которую он перед собой ставил? Он имел в виду изобразить живую природу приблизительно так, как он изображал свои фантазии, смешать идеал с действительностью. Пройдя через ряд парадоксов, он достигает цели. Он замыкает таким образом двойную цепь своей блестящей деятельности. Два человека, которые так долго делили между собой силы его гения, подают друг другу руки. В этот миг достижения полного совершенства. Он завершает свое творчество перемирением с самим собой, созданием шедевра. Суждено ли было ему обрести успокоение? Во всяком случае, в тот день, когда он закончил Синдиков, он мог поверить, что оно наступило.